Всем алоха, давно не виделись. Это барбер-влог, серфинг по волосам, меня зовут Андрей. Сегодня будет большой разбор. Это тачка Wall Senior Cordless, я работаю уже почти год. Сегодня я ее раскручу, и мы вместе посмотрим, что же внутри, что там скопилось за целый год работы. Тачка разобрана, почищена. С трудом снял вот эту пластиковую крышку. С помощью прямой отвертки пришлось поддеть. За год скопилось совсем немного волос. Я ожидал, что будет больше. Ну что, резюмируя, тачка меня порадовала. Почти за год работы с ней ничего не произошло. Очень мало волос. Хорошая изоляция. Единственное, что очень тяжело снимается вот эта крышка, я пользовался такой прямой отверткой, нужно просто поддеть в этих местах, тогда легко ее снимете. Если смотришь мои видосы, подпишись, бро, сис, до встречи. Чистите машинки, смазывайте, делайте ими четкие стриги. Всем алоха!